Всем привет. Макс тут учится играть. Ну ты сядь на этот. Вон стол. Молодец. Браво. Всем привет. Всех с Новым годом наступившим. Первое число. Мы приехали в парк. Купили билеты заранее. В другой совершенно парк, на каток идем. Все-таки мы должны это сделать. Засвечивать, ну можно у шарика. Как мама, смотри. Не, подожди, я снимаю. Нажми вот так вот, на нее нажми. Да нет, вот так вот. А, точно. Ой, век живи, век учись. Елочка здесь такая потрясная. Со звездой. С мамой встретились, она подошла в парк. Встретились. Вот там конек такой светится. В общем, приехали на прогулку. Вон тут еще елочки такие выстроены. Пойдем. Сейчас фоткаю у коньков, что мы были. Вставляет. О, какие два конька. Мне нужна эта фотка. Ну давай, заходи аккуратно, там уж скользко на этом подиуме. Да ты прям в конек залезай. Сейчас. Москва. Что? Сфоткать что? Тебя вот сюда на О вставай, первую. Вот это вот. Ну что, Макс, релакс. Погода, конечно, такой дождь моросящий идет. Что-то не очень. Не для катания на коньках. Не на коньках, на коньков. Не, ничего. Кач-кач, Максим. Это мы у главной елочки парка. Вот такой вот. Выход на каток у Максима. Он боится. Давай, давай, с папой, катайся. Руку не прищеми, руку отцепи. Отцепи и катайся. Я не могу кататься. Давай, давай, Макс, по бортику. Мама главная фигуристка тоже, вообще-то. Видите, сейчас будет выход. Я катаюсь на коньках. Макс там где-то с Андреем. Олимпийская чемпионка. О. Главное, телефон не разбить. Не оставить его здесь. А так нормально. Я лечу со скоростью. Я еще и назад могу. Но пока не буду. Сейчас я попривыкну. Ой, блин. Сейчас попривыкну. Тут музыка авторская, поэтому, наверное, буду накладывать музыку. Ой, ну да. Какую-нибудь фоновую. Ой, мы сейчас с Максом сделали кружочек. Андрей его держал с одной стороны, я с другой. У меня рука устала. Я говорю, держи его сам, кати хотя бы. Вон девочка-то вообще мелкая, рассекает. Фигуристка юная. О, я качусь. Опс, это уже пятое падение, если не десятое. Давай, Макс, латинист, выпрямись, ты как старая кляч.
В общем, мы уже дома. Дождь просто насквозь, все промокли под дождем. Хорошо, поехали на машине, что хотя бы, ну, погрелись, печку включили. Мы не замерзли, но просто мы насквозь. У меня все волосы еще даже вот сырые. Надо достать варежки из рюкзака. Мы с собой рюкзак брали. Они все насквозь мокрые. Вот. Заключение Макс сделал, что коньки — это не его конек. И плавание тоже, он сказал. Вот танцы и все. Это мое. В общем, ему как-то первое впечатление от коньков не очень. Не понравилось. Ну, ничего, зато попробовал. Зато теперь знает, что такое кататься на коньках. Да, в этом плане Сережа был посмелее. Он когда первый раз стал на коньки, тоже, по-моему, на этом же... А, нет, он у нас в Белгороде, оранжевый лед мы ходили. Но он посмелее, он не так боялся упасть. А этот же трус, он же боится шлепнуться. Ну, ничего, попадал, конечно, ну... Надо учиться, все равно надо учиться. Может быть, с ним еще съездим в этот, может, там лучше у нас все-таки каток, я уже не помню, оранжевый лед или мегагрин куда-нибудь. Может быть, еще-то раз сходим, как же.